Два человека погибли в пожаре. В ночь на понедельник в Саватеевке загорелся частный дом. 60-летнего мужчину спасти не удалось. По предварительной версии дознавателей отдела надзорной деятельности по Ангарскому району, причиной пожара стала неосторожная эксплуатация электрооборудования. По той же причине в садоводстве «Саянские зори», что близ Саватеевки, загорелись постройки. В результате пожара сгорел у нас дачный дом, гараж и баня. Все это были рядом друг с другом построены. В результате погиб мужчина 1954 года рождения. Сейчас личным составом отдела надзорной деятельности проводятся профилактические мероприятия. Это инструктирование населения в городе и также в районе садоводства. И сейчас предлагаем главам муниципальных образований, это МИГЕТ УНИ Саватеевка, провести декадник безопасности с 9 декабря. Также в целях информирования населения о мерах пожарной безопасности в связи с предстоящими новогодними праздниками в том числе. В этом году в Ангарском районе уже произошло без малого 200 пожаров. 12 человек погибли в огне.